причина, по которой называется эта выставка, «Траектория судьбы», она связана в первую очередь с двумя портретами последними, это вот Амосова, вот, вот вы снимали. Во-первых, почему я взялся за этот образ? Когда я стал просматривать фотографии с образом Амосова, знаете, передается информация не на словесном уровне, а на внутреннем энергетическом. То есть я уверен, что лучшие учителя, они учат как раз бессловесно. И я, когда стал всматриваться вот эту глубину этого образа, стала мне идти некая информация, которую я даже, может быть, абсолютно красиво и не выражу словами. Но я почувствовал, как мне далеко до вот этой глубины. Теперь касательно траектории судьбы. Вот на определенном этапе, когда я стал писать этот портрет, возникла идея, это не сразу возникло, он словно руками сжимает эту ленточку кардиограммы, да, которой показано вот это движение сердца. В данном случае ритм сердца, в данном случае взят ритм, ну, в общем-то, здорового сердца. Там, да, там. И у меня возникла такая ассоциация, что чем-то это напоминает жизненный путь каждого человека. То есть с этими взлетами, падениями, с признаниями и безызвестностью, зачастую иногда поднимается при жизни до небывалых вершин и называет человека гением всех времен и народов. А потом, оказывается, уже эта траектория продолжается, кстати, и после жизни, да, своеобразного, то есть имени уже, судьба, и судьба имени уже там, да. Потом, оказывается, это нивелирует и сводит на нет вообще. Это интересный такой момент. Мне кажется, что вообще, что чем ярче личность, тем эти колебания, они наиболее активны, да, потому что он активно проявляется, личность активно проявляется. Вот это послужило как бы концепцией, послужило поводом создать вот концепцию названия выставки именно «Траектория судьбы». Потому что в зале, в котором мы сейчас находимся, так или иначе представлены личности, которые вот с этими колебаниями этой судьбы. Эксперты, профессионалы работают с брендами, работают с современными направлениями, которые являются не просто актуальными, а эксклюзивными и стилями художников, которые являются неповторимыми. Вот те критерии, о которых я сказал, собственно, и отличают Алексея Ванда среди многих действующих на поле украинского современного искусства и, можно говорить, и шире в мире художников. Это уникальный художник, который совмещает в себе глубины и философского взгляда, и религиозных мотивов, и одновременно ему присущий ироничный взгляд, который может характеризовать только мудрого и глубокого человека, художника, творческого человека, на историю, как на ее прошлое, так и на все футуризмы, которые нас ожидают. И в то же время мы видим, что Алексей совмещает в своей живописной практике очень тонкую такую инсталляционную нить. У него много работ прекрасных, как живописные, одновременно выступают и как инсталляции. И это, безусловно, им выработанный за много лет стиль, который на украинском поле, конечно, является и актуальным, и исключительным.
приятно и невероятно увлекательно, потому что работа Алексея они полностью поглощают. Потому что ты захватываешься процессом создания этих работ, ты захватываешься результатом. И знакомство с работами Алексея у меня произошло еще за 10 лет до знакомства с ним самим. Поскольку, увидев его работу на территории Киево-Печерской лавры в галерее НФ, эта работа называлась «Фатальность». Я приезжала к ней каждую неделю, и мы, как добрые знакомые, общались. Я полностью погружалась в созерцание этой работы, и поэтому, когда мы познакомились через спустя 10 лет, естественно, это было открытие друг друга, и с этого момента наше сотворчество продолжается. Я пишу о символизме, Алексей работает в направлении, которое называется ассоциативный символизм. И поэтому это не просто сотрудничество, это не просто, скажем так, совместная работа, это сотворчество. Тезу Івана Дзюби, який колись сказав, що є поети для епох, є поети для епох. От я хочу сказати це в контексті Олексіанда, що є, власне кажучи, митці для епох, є художники для епох. От таким для мене і постає Олексіанд, власне кажучи, чиє, мабуть, творчість це є таким шлях повернення завжди або міграцію до самого себе. В його картинах це завжди відчувається. Відчувається повернення до самого себе, до справжнього, звідси до наскільки виражених форм адекватних, як автентичних, таких звернених до самого себе. Для мене, мабуть, без перебільшення, я про це говорила, це такий сучасний Леонардо. Уже в опис. Тому, слава Богу, що є такі Олексій, які показують нам сакруси, сакральне мистецтво. Художник намагається передати через конкретику, через своє бачення людини, світ в загальних таких художньо-естетичних вимірах. І це, звичайно, викликає інтерес не тільки з точки зору, скажімо, техніки виконання, бо техніка в нього дуже унікальна, незвична техніка письма, художнього письма. А мене передовсім цікавить те, як він осмислює взаємозв'язки. Людина і світ, людина і суспільство, людина і інші люди. І це все здійснюється крізь призму особистого внутрішнього багатого світу художника, який передає в тілі свої ось переживання в незвичних таких образних формах. Кожна картина вона є унікальною. Хоча зрозуміло, ми бачимо, що тут автор кожної картини прослідковується почерком художника. Але водночас кожна картина передає щось незвичне, унікальне, тому що, от, скажімо, картина, яка присвячена творчості Данте, і в той же час поєднання зовсім незвичне Амосова. Да. От. Тобто тут теми, до яких звертаються художники, різні. От. Навіть взагалі, так мовити, якийсь контраст, різні століття, тисячоліття, я б сказав.
впевнена, что Алексей Ант и очень редкого уровня художник и не менее яркая, не менее интересная личность. И тот факт, что это является наполнением картины, наполнением искусства, это уже давно доказано и давно проговорено, потому что художник всегда носитель определенной философии, определенных взглядов, определенного отношения к жизни, определенного отношения к искусству. И хороший художник – это всегда выразитель своего времени. Если говорить об Алексее Анде, я хочу сказать, что в его разноплановости и в его многомерности его работ, безусловно, преобладает линия, которую я для себя разделяю на фактически два подхода в искусстве. Первый из них – это реализм, натурализм, который имеет выражение в природных формах. И второй – это символизм, который тяготеет к знаку, к символу, к абстракции. Вот Алексей Ант не только сочетает и то, и другое, он, конечно, тяготеет ко второму, это к символизму и к ассоциативному ряду. Поэтому каждая из его работ, каждый из его циклов, он очень многомерен. И, безусловно, что в этой многомерности заключается сила, и я думаю, что возможности для дальнейшего развития его искусства и прочтения его искусства, потому что интерпретация творчества, интерпретация произведения искусства – это очень важный момент, который делает искусство вечным или делает его мимолетным, секундным. Я думаю, что Алексей Ант как раз относится к художникам, кто интересен сегодня и останется не менее важным, не менее значительным в дальнейшем. Алексіан належить до тих митців, які створюють власний світ. То це не всім дано. Всі майстрів дуже багато, ремісників, які володіють технікою, але він створює світ. Це відрізняється від решти, може, людей свого цеху. В повному розумінні цього художнього. Колись Григорій Сковорода говорив про три світи. Горішній, тобто вищий, самодостатній, нижчий, земний, такий долічний світ і символічний світ. От, вміння творити символи – це належить саме Олексію Анду. Я не кажу вже про суто технічну здатність це використовувати особливу техніку, те, що називалось пуантілізм, потім сфумато, те, що в Ренесансі, те, що Леонардо відкрив, Леонардо да Вінчі колись відкрив. Але це вже такий новий, можна сказати, виток розвитку цієї техніки. Вона дуже специфічна, вона філософсько заглиблена. Ну, не дарма ж він одружений на філософі, докторів філософських наук. І от мені здається, що весь цей такий мейнстрім якихось екзистенційних пошуків, як от філософських, метафізичних, він у Олексія відображується якраз от в
творчості, ну, візуальній творчості. Тобто можна сказати, що він візуалізує такі метафізичні прозріння. І мені здається, що тут на нього впливає не лише там, традиції російського чи українського символізму, а і традиції такого православного ісихазму, те, що називалося умозріння в красках. От мені здається, що внутрішня зосередженість і, я б сказав, навіть молитовний стан, який так чи інакше відображується на там, окремих його картинах, і на навіть це, як на мене, це проявляється навіть в художній техніці. В тому, як от він малює фактуру там, своїх картин, ну, от, особливо ті, які там, де от, є з обличчями, де от, є фігурні композиції, от якраз тут є вплив таких медитативних і молитовних практик і станів душі. От, намалювати внутрішній стан людини, намалювати внутрішнє преображення, це, мені здається, те надзавдання, яке Олексій ставить перед собою. І мені здається, що якраз це те, чим він, ну, от, перш за все, цікавий, як, не просто як художник, а як такий от творець цього умо споглядання у фарбах. Я б так сказав. Что меня всегда поражало его работа, это та особая тщательность, да, которой он подходит философски, технически, идейно, что каждая его работа это есть мир, о существовании которого не возникает никаких сомнений. Слишком все это сделано, слишком все это жизненно, все оно произошло. Да? И это объекты, которые живут своей жизнью и дают свою идеологию, энергетику, мысли, символы. Он очень сложный художник. Я бы так не смог. Потому что я бы так не сказал. Нет, это особый образ, знаете, жизни, наверное. Да? Потому что Алексей живет этой жизнью. И эти его артефакты, они на самом деле, они уже артефакты. И они являются, каждый из них это целая жизнь, да, которую Алексей проживает сам и дает потом прожить нам. Это, мне кажется, что вот в каждой работе это есть целая жизнь, целая вселенная. Как одуванчик, знаете, каждая частичка разлетает. Вот. Каждая частичка называется опять вселенной, да? Вот. Не скрою, многие последние его работы тоже меня радуют. Да. Образы мне нравятся. Похож. И я хочу заключить самое главное. Знаете, он уже не галерейный художник, и давно не галерейный художник, он, несомненно, уже давно музейный. Поэтому я рад, горд тем, что судьба вот так свершилась, что все мы живем одной жизнью, и часть его вселенной, она часть нашей вселенной.
Поэтому я поздравляю сегодня с, может, не очередным, а очень важным, на самом деле, проектом, потому что проекция VR это всегда очень тонко. Это я уже начинаю подлизываться к матам. Это всегда тонко, и вы знаете, это всегда, ну как бы правильнее сказать, знаете, вот если ты в VR-ке выстрелился, значит, часть твоей жизни удалась. Ну так считается. Поэтому, я честно поздравляю, это очень здорово, это очень красиво. Сегодня действительно у нас очень бурная жизнь, очень информационно насыщенная. Но вот так вот прийти и остановиться в этой, знаете, эманации истинности, да, это дорогого стоит. Спасибо. Особо яркие личности, которые особо активно вот это колебание. Если взять кардиограмму, о которой я вам говорил, вот на основе которой возникла эта идея, траектория судьбы, как бы ассоциация, это же ассоциация, это всего лишь кардиограмма сердца, а вот ассоциация с этой траекторией судьбы. И у активных и ярких личностей ровный пульс редко когда бывает. То есть там скорее вот это вот перепады этих тахикардии, аритмии, все что угодно, они этим проявляются такие там. Вот это вот идея, да, так сказать. Это я сейчас рассказал о двух последних своих работах, которые послужили вот этой идее. Хотя на самом деле этот зал в той или иной степени абсолютно соответствует все работы. Живописные мои визуализации, как я их называю, они соответствуют этой идее, этой концепции.